Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру Charlie Murder, или Убийца Чарли. Ну что ж, поехали. Так, выбираем нашего Рекса. Где он? 11 уровень у него, танк. И поехали. Так, мы остановились с вами не здесь, насколько я помню, а вот выше, вот тут. Въезд у парков, замок на горе. Все замечательно. Ну что же, ребята, сейчас мы с вами побежим на тот плотик, где мы закончили с вами в прошлой серии. Хрясь и полетели. Ну что, сейчас будет мясо, ребята. Главная цель у меня на этом плоту выжить, ребята, потому что сейчас будут нападать зомбари. И как вы помните, по прошлой серии они просто меня мочили своей кислотой. Так что придется побегать. Вот дуралей сам прыгнул. Ну ладно, это хорошо нам. Так. Как вы видели, вот эта кислота, что они плюются. Если я под нее попаду, мне будет очень-очень плохо. Ё-моё. Да цепитесь вы. Чёрт, посмотри, он... Он взял мое орудие, блин. Так, хорошо, я взял подлечку. Пока есть возможность, надо их бомбить. Вот дуремар-то, а, сам скажу. Вот, ниндзя, мне что-то не хватало. Черт, главное, чтобы не сбросили меня еще. Но, если честно, то ниндзя это нормально. Вот зомбари это намного хуже. Так, тихо. Черт подери, блин. Да слезь ты с меня, гнида. Ёлки-палки. Блин, приходится суперударом пользоваться. Единственный плюс, ребята, что они здесь ударами бьют друг друга. Это хорошо, можно иногда бегать, и они будут себя колошматить. Для меня это большой плюс. Только глаза отлетели. Так, главное их сбивать всех нафиг. Так, отлично. Ёлки-палки, попал все-таки. А, надо отбегать. Отбегаем. Под хил, естественно. Сейчас еще не забывайте, босс приедет. И начнется. Вот он уже прибыл. На катерочке на своем. Наша цель основная здесь подбить его. А зомбари, как вы понимаете, будут не всячески мешать. Бляха-муха, он своими руками тут стреляется. Так, ниндзи опять пошли. Интересно, они хоть кончаются, эти все ниндзи, самураи? Или так и будут до бесконечности здесь выпрыгивать? Да цепись ты, а! Прыгнул сам, молодец. Ну-ка, дайте ей голову кину. А почему не получилось? Такое ощущение, что оно об какую-то невидимую стену ударилось и назад упало. Так. Черт, смотри, что делает, а, ниндзя. Выбивает у меня мое оружие из рук. Шикарно. Да иди отсюда. Блин, не могу его кидануть туда, а. Бред, бред. Да хорош ты, успокойся уже, корявый, блин. На. Голова с плеч. Что такое-то, блин? Вот когда начинают зажимать все, ребят, это практически бесполезно. Не вырваться, ничего не сделать. Валят и валят. Что-то тут как-то странно. Зомбари сами стали прыгать с моего, так сказать, плота в воду. Раньше такого почему-то не было. Ух ты, там что-то выпало. Бутерброд, я смотрю, лежит. Ух, зажимают. Да сдохни ты уже. Вот этот самый, кстати, вреднючий. Коряворукий. Я его так назову, блин. Все. Супер удар, замечательно. Блин, по-моему, ребята, они тут никогда не кончатся. Будут постоянно выходить. А я еще по этой лодочке даже ни разу и не попал. Жесть какая-то. Да иди ты, ё-моё, блин. Достал уже, все, замечательно. Сдох. Ну, вместо одного, как видите, еще двое прибыло. Без подхила здесь, естественно, я долго не проживу. Хорошо, что я запасся в тот раз большим количеством бутылочек. Сейчас, как видите, они меня очень хорошо вручают. Твоим не зомби, так это своими руками бросается. Ух, нормуль, нормуль, я ничего не говорю. Пускай. Так, готовится к прыжку. На-ка. Этот ниндзя поганый. Вот так. Наконец-то у меня получилось его сбросить. Взял бутиш. Нет, не взял нифига.
Давай, давай, давай. Отлично, забрал я все. Ну иди сюда, блин. Черт подери, бесконечные какие-то эти зомбари. Когда же они закончатся-то, а? На, о, неужели получилось у меня в лодку бомбануть? Все, упал. Пока никого нет, надо бомбить, ребята. Бомбить в эту лодочку. Это, я так понимаю, вообще босс. Или будет сейчас боссом. Еще удар. Бля, сбил меня. Да что ты будешь делать? На-ка. Ух ты. Прошел, прошел я, ребята, уровень. Замечательно, оказывается, зомбари здесь заканчивались. Надо было просто бегать от них и выжидать время. Ну что же, хорошо, продвигаемся с вами дальше. Что там произошло такое? Ух ты, елки-палки. Ну, неплохо, неплохо, да? Вертолет, машина. Что нас здесь ожидает? Так, какие-то ниндзя. Давайте их бомбить. Все, сдохли. Какими-то морепродуктами я бросаюсь. А, здесь мины. Ё-моё, блин. Да хорош. И трамплинчики. Так, хорошо, нормально. Бесит. Да почему? Да что такое-то? Ё-моё, ребят. Не фар... Не... Да что меня тянет-то именно на них-то? На эти мины. Черт, уже мало хпшечек, ребят. Надо как-то отхиливаться. Давай, давай, давай. Во, нормуль. Давай еще одну. Да ну нафиг, завязывай давай, блин. Такое ощущение, что специально меня этот водопад подтягивает на эти мины. Все, что ли? Походу все, ребята. Эй, полетел куда-то. Водопад наш закончился. Не разбейся только. И мы приземлились куда-то, я так понимаю, на какой-то корабль, что ли? Позор Фениксу. Новости, новости дня. Помобили. Ну-ка, дайте-ка разбить бочку. Монетки, ничего хорошего. Ну что, зайдем, наверное, в это. Дайте-ка вот так. Теперь пойдем забежим. И посмотрим, что нас ждет в каюте. Ух ты, татуировщики. Задействуют все пригодное огнестрельное оружие сразу. 50 баксов. Естественно, будем делать, ребята. Честно говоря, не совсем понял, что он означает, но я думаю, пригодится. Что у нас здесь? Бочонки. А этот что предлагает нам? Нож. Ну, нож мы с вами делали еще аж в первой серии. Так, бочоночки. Черт, даже попасть не могу, а. Ну, здесь ничего хорошего нету. Так, это у нас магазин по продаже. Точнее, автомат. Надо что-нибудь продать, лишний хлам. Берет десантника, естественно, продаем. Красная маска еще пригодится. Так, это у нас одето. Тоже одето. Так, здесь. Здесь я, наверное, ничего не буду продавать. Все нам пригодится, наверное. Хотя, может быть, здесь и хлама очень много. С этим мы разберемся как-нибудь потом. Ну, в принципе, и все. Давайте отсюда тогда выходите, раз здесь ничего хорошего нету. Для нас, по крайней мере, в данный момент. Сделали мы, что могли, татуировку. И давайте смотреть, что здесь у нас будут за монстры. Как бы на корабле я еще ни разу не был. Ага, шипы везде. Значит, будет жестко. Ёлки-палки, пираты. Пираты-зомбари. То ниндзи, то эти, блин. Ну ладно. Ай, дайте мне картошку забомбить. Хочу с нее получить лут. Ядрите он на корень. Этот зомбарь меня бесит, вот если честно. Ну кто сделал? Вот так. Выкурили. Все, валяться всем. Шапка. Забрал, успел. Это хорошо. А это что такое тут за еще за шпана прибежала? С наушниками? Ну это же, ребята, не пираты. Это явно какие-то... подростки. Единственный вопрос, что они здесь забыли. Стремление к славе. Ух ты, достижение получил. Да отцепись ты в конце-то концов от меня. Слушайте, ребята, они еще тут, смотрите-ка, с револьверами бегают. С доисторическими. Блин, да хорош, успокойся. Дай-ка я его, вот так, отлично. Накумарил. И сабли пиратские. И револьверы, блин. Вижу, шоколадка лежит на земле.
Дожить бы до нее. Черт подери, ну какого лешего? Отвлекаешься на одного, другой тебя бьет. На... Так. Получила? Вот так вот, валяйся теперь там. Так, сделали на отхил. Теперь суперудар. Нормуль. А теперь я постреляю. Вот так вот. Блин, кончились патроны. Что-то мало-то. Меня это не устраивает. Есть где-нибудь еще? Да, я вижу шоколадку, я вижу револьвер. Надо этого дурачка обмануть как-нибудь. Да уж, его-то обманешь. На, саблей. Вот так вот, другой разговор. Дайте теперь нормально мне взять шоколадочку. Ух ты, с него еще костюмчик выпал какой-то, я смотрю. Пришелец, скелет. Такое ощущение, что он на мне такой и был как раз. Ладно, двигаемся далее. Опять пираты, опять зомби. Это бесконечная волокита всякой нечисти. О, один все-таки на шипы попал у меня. И это хорошо. Ух, какой злой бежит-то, елки-палки. А если я так? Что, не нравится? Блин, с двух сторон окружает. Ух ты, этот еще и с бомбочкой был. Продинамил я немножко этот момент. Так, давайте, давайте отбегать. Вот так, выкусите, ребята. Как вам, нравится? Мой фирменный суперудар. Что ты тут стоишь, блин, панкуша? Так, одно и минус. Блин, конечно, было бы идеально вообще на эти шипы их насаживать. Но каким образом? Ума не приложу. Есть! Одного пригвоздил. Пускай теперь там лежит и думает. Так, теперь суперудар. Ага, отлично, зомбарь своего же грохнул. Только мне все на арку, ребята, это. О! Ручки отрубил чувачку. Так, вот когда он кислотой этой пуляется, ребята, это очень опасно. Под нее, если попадешь под этот фонтан, все, тебе не сдобровать. Ух ты, неплохо, коктейльчик, точнее жаркое. Какой-то я костюмчик подобрал. Думаю, что лучше взять револьвер надо будет мне. Нет, все это барахло. На мне все-таки лучше стоит шмотка. Ну что ж, больше пока я ничего хорошего не вижу. Полезного, по крайней мере, для меня. Подожди, не то нажал. Да елки-палки, да не то. Мне нужна мобила, ребята, мне нужна мобила. Не то опять я сделал. Ну, ага, вот она. Но только не эта опция. Давайте поменяем. Да елки-палки, что ты? И не это. Опять не то, это новости. Вот. Один балл у меня есть, и я хочу его потратить. На что только? Выполните захват соперника, нажав Б, затем удерживайте X, чтобы провести бросок. Рюкзак, в принципе, тоже неплохо. И мучитель. Ну, давайте я, наверное, борца возьму. Все. Так, селеночки. Давайте анархию выучим полностью. 150%. Анархия — это сила суперудара. Ну что же, все, забегаем внутрь и смотрим, что там нас ожидает. Так, мы спускаемся куда-то в трюм. Это еще Биг Оскар. Какой-то суперпрограммист. Я так понимаю, это босс, ребята. Ё-моё, ты смотри, что делает. Жирный, успокойся. Куда-то он побежал. Ага. Ёлки-палки, он рыгает своим ядовитым облаком. Так, я так понимаю, надо быть аккуратнее. Черт подери. И сбивает меня своим бегом. Ну-ка, выкуси. Как тебе? Ух ты. Я еще и взорвал бочонок. Давай, пускай он как-нибудь топориком сейчас его. Оп. Ё-моё, зачем ты так сделал, а, Рекс? Надо было не это делать. О, шикарно. Черт, я хотел в прыжке ударить, а он, по ходу дела, только выбрасывает. И это плохо. Дайте-ка я вот это возьму. Да отвяжись ты, а! Черт подери, надо в прыжке. Я сейчас действую только прыгая, ребята, потому что стоя на земле, чревато все. Он меня травит помаленьку. Травит, травит. Но не настолько серьезно. Поэтому я терплю эти удары. Дайте саблю хоть взять. Вот так вот. Одним меньше. Хрен там меньше, встал. Буду рубить. Ух ты, на удар просто зомбаря. Рассек. Дайте-ка мне еще топорик.
Мастер ударчик. Топором сейчас его... Опа! Слушайте, а топор довольно неплохо рубит, ребят. Тихо. Черт, это шпаны еще тут. Не хватало. Гады, блин. Правильно, вот так вот и надо делать, босс. Своих же бей, чтобы мне было проще бить потом тебя. Честно говоря, ух ты, нифига он там сервак весь разбомбил. Ну, если, честно говоря, если он так будет продолжать, то я скажу вам, что это самый легкий босс, которого я когда-либо видел. Ну, не считая, конечно, самого первого. А, как я ему хорошо пригвоздил-то сейчас. Да, кстати, неплохая тактика вокруг него бегать. На, блин. Рыготник. Черт, вот этих только не хватало, блин. С пушками. Выбили. У этой выбиваешь, сзади тебя стреляет. И вот так вот до бесконечности они меня будут терроризировать. Так, все, немножко осталось этому подонку нанести ударов. На! Шикандос получился. Он упал, и я ему как раз по башке топором. Ух ты, не слабо я получил баксов. 169 аж целых доллара. Сердечко взял. Так, а это что у нас такое? Это какие-то у нас цепи бродяг. Хорошо. Ну-ка, можно здесь хоть что-нибудь порубить? Ну, ящики-то понятно. Даже... А, нет, я думал, даже по бочонкам попасть не могу. А здесь уже как-то косорылю. Ладно, сматываемся отсюда. Нечего здесь делать. Офигеть, на корабле серверная база была. Обалдеть. Для чего только непонятно. Опять выбрались на палубу. Ё-моё, этот ниндзя-робот еще тут. Так. Сдохни, гаденыш. Блин, этот бомбы бросает. Черт подери. Интересно, я могу подобрать ее, а? Вон она лежит там. Наверное. Ай-яй-яй-яй-яй. Лишь бы не взорвалась сейчас. Ты что еще там за русалки вылезли, блин? Так, точнее, русалки наоборот, я бы так назвал. У них, видите, голова рыбная, а ноги человечьи, а у русалок все наоборот. Слушай, ниндзя, ты меня уже достал, это типа как мини-боссика такого. Подонок. Черт подери, блин. Ну все, началось вот эта вот мясорубка окружная. Сейчас прыгает, ага, хрен там тебе. Да вы... Да ну, прицепился еще и ножом в шею, на! Подкрепились маленько. Так, отлично, надо, блин, вот, вот! Сейчас я их... Давай, иди сюда, на-ка! А почему мимо-то? Ну ладно, хоть этого забомбил, и то ладно. Бей своего, давай, что ты на меня-то тут лезешь? Давайте отбежим. Ха-ха-ха, переловил, хорошо. Вот он сморчок, да, ударит и сматывается. Ударит и сматывается. Вот так вот. Опять кончились патроны. Да, кстати, ребята, видели, я оружие когда бросаю, оно у меня ядовитым, потому что я выучил этот скилл. Точнее, даже не скилл, у меня татуировка, по-моему. Даже не татуировка. У меня есть такой, как сказать, не скилл, а умение. Когда я бросаю оружие, оно ядовитым становится. Причем любое. Ну неужели, блин, сдох, а? Ух ты, какой-то бронежилетик там оставил мне. Замечательно. Ну и остался у нас последний зомбарь здесь с крюком. На, выкуси, блин. Сейчас я его расстреляю. Все, готовченко. И мы с вами проходим, ребята, дальше. Так, что у нас тут, кстати, надавали-то? Так, погоди-ка. Городской камуфляж. Неплохо смотрится. Цепи бродяги. О, нормуль. Так, ну здесь дальше у нас, по-моему, ничего нету. Так, ну что, ладно, идем дальше, смотрим, что... Да хорош, ё-моё, блин, я уже думал, что все, больше никого не будет. Как бы не так. Пять ниндзи. Ух, хорошо, супердар сработал у меня. Как раз на массуху. Да успокойтесь вы нафиг уже. Ха-ха, на своей же бомбе взорвались, идиоты. Так, этот горит, там летит, горит, пыхтит.
Зомбарик. Так, диск вижу. С кого-то выпал. Надо будет его подобрать. Ух ты, Грейнджер какой-то тут лежит. И диск. Дайте диск. Компакт. Ну что, все отлично. Здесь я вроде бы как разобрался. В конце концов. Оу, что такое? Слушайте, ага, сейчас будем по кому-то бомбить. Ё-моё, акулы тут какие-то еще. Хорош. Блин, как медленно эта цель двигается, ребята, если честно. У-у-у-у. Акулы начиненные взрывчатки. Это очень плохо. Да хорош, ё-моё. Фу. Блин, да. Вечно у них какие-то такие уровни. То ехать, то лететь, то стрелять. Давай, 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 давай. Отлично, сбил, сбил, сбил всех. Блин, как же медленно двигается цель. Вообще не хочет нифига. Хорошо хоть стрелять без перебоя. Да ладно, еще и босс что ли? Точно, ребята. И куда ему бомбить? Так, он чем-то тут плюется у нас. Ага, понял я. В эти, значит, желтые наросты. Ну, в принципе, понятно. Так, хорош тут бросаться в меня мусором этим плеваться. Давай, давай, давай. Медленно. Тихо, тихо. Это что еще тут такое повырастало? Воу-воу-воу-воу, тихо, тихо. Начинается у него здесь, блин, ящики сразу. И щупальца он тут свои достает. А, не успел. Да ну, ну это нереально, ребята. И туда надо, и сюда. И причем такая медленная скорость вот его нацела. В плане передвижения. ХПшки-то у меня не вечные. Тихо, тихо. Мусорным баком по башке прям. Так, щупальца надо, наверное, ребята, все-таки в первую очередь сносить. Отлично. Еще акулы, да хорош. Че, серьезно что ли, блин? Бля, муха, да хорош. Все, успокоились. Так, щупальца сбили. Да ему осталось-то, в принципе, ребята, здесь маленько. Эй-эй-эй-эй-эй! Ну, хотя бы подхиливаться здесь можно, а это радует. Блин, бочонок этот пропустил. Хорош плеваться уже. Все, осталось совсем немножечко, ребята. Давай, давай. Эх, добил, нет? Нет, не добил. А теперь... Фух! Да, вот это сложноватый был босс. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все. Всем пока и до новых встреч.